с пятницы на субботу был довольно-таки сильный ветер. Скорость порывов достигала там, 25 метров. Значит, в результате таких порывов ветра была повреждена часть инфраструктуры города. Всего по каким-то повреждениям в центральную диспетчерскую службу поступило более 200 обращений жителей по разным, значит, вопросам. Но основные вопросы это касались нарушения системы электроснабжения. Поступило порядка 61 обращения по зеленым насаждениям, по упавшим деревьям 35 обращений, по, значит, неработающим светофорам 6 обращений и именно по жилому фонду 21 обращение. В настоящее время работы, которые касались зеленых насаждений, они, можно сказать, проведены. То есть все деревья, которые были упали на проезжую часть, о которых была информация, поступила либо на тротуары, они в настоящее время распилены, складированы для дальнейшей их вывозки. Сегодня-завтра, там, в ближайшие 3 дня будет производиться вывозка. Также будет производиться дополнительное обследование микрорайонов на наличие вот этих упавших деревьев, где информация не поступила пока еще. По электроснабжению работы также ведутся. Пострадала часть, значит, сетей, обеспечивающих освещение города. По информации электротеплосети, организации, которая обслуживает, сегодня к вечеру все улицы должны уже, освещение работать наружно, то есть все, которые повреждения были допущены, должны быть устранены. По светофорным объектам также работа была проведена, часть светофорных объектов не работала из-за отсутствие напряжения, то есть, ну и часть связана с аппаратурой работы светофорных объектов. То, что связано непосредственно с нарушением аппаратуры работы светофорных объектов, значит, данные недостатки устранены, светофоры работают, и работа остальных будет восстановлена при устранении повреждений на подводных сетях электроснабжения. То есть работы должны завершиться уже.